Необходимо принять меры для недопущения резких колебаний курса национальной валюты и поддержания ее покупательской способности, заявил президент Алмазбек Атамбаев во время встречи с председателем Нацбанка Толкунбеком Абдугуловым. Кроме того, глава государства подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны. НБКР совместно с правительством и коммерческими банками необходимо принять меры по трансформации в национальную валюту кредитов бюджетных работников и социально уязвимых слоев населения, полученных на ипотеку в иностранной валюте.